Хакасия получит возможность модернизировать систему здравоохранения. Это можно сделать в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Гостем программы «Аргументы» стала руководитель регионального отделения Народного фронта Ксения Буганова. Общественники уже систематизируют проблемы республиканского здравоохранения. Это поможет понять, какие вопросы надо решать в первоочередном порядке. Чтобы получить федеральное финансирование, заявку от региона надо подать в самое ближайшее время. Поэтому активисты надеются, что в работу также включатся представители правительства и Верховного Совета. Также гость программы поделилась своим мнением о финансовых проблемах республики, рассказала, насколько важно помогать фронту, и пояснила, почему Народный фронт критикует министров и муниципальных руководителей. По словам Бугановой, к политике это не имеет никакого отношения. Пользуясь случаем, я хочу сказать, нет, в мэр Черногорска я не собираюсь, не планирую, а то, что у нас периодически обостряются какие-то направления, это говорит о том, что конкретно по этому направлению мы завалены жалобами. Когда я очень часто, да, выезжаю там и решаю медицинские проблемы, это не потому, что я хочу стать министром здравоохранения. Это просто вот жалоб много пришло. Если я сейчас отрабатываю Черногорск, это потому, что я реально завалена жалобами. Откровенные разговоры о проблемах Хакасии в нашем эфире уже завтра. Программа «Аргументы» с Петром Пермяковым выходит в среду в полдень и в 21:30 на телеканале «Россия-24».